Ульяновский медколледж – одно из старейших заведений России. За 150 лет образовательное учреждение имело разные статусы и названия. С 1995 года оно становится колледжем. Сейчас это среднее специальное учебное заведение в составе Института медицины, экологии и физической культуры УЛГУ. С 2004 года медицинский колледж входит в структуру Ульяновского государственного университета. И на сегодняшний момент в нашем колледже обучается около 1200 студентов. Студенты обучаются по таким специальностям, как лечебное дело, это фельдшера, медицинская сестра, акушерское дело, стоматологи профилактические, стоматологи ортопедические, адаптивная физическая культура. Начало истории колледжа было положено в 1869 году, когда по инициативе земских врачей Симбирска при губернской больнице была открыта фельдшерская школа. Потребность в таком шаге была обусловлена дефицитом медицинских работников в губернии при высоком уровне заболеваемости и смертности. В 2019 году колледжу присвоено имя Андрея Львовича Поленова, выдающегося отечественного хирурга, основоположника травматологии и нейрохирургии. С 1910 года он несколько лет работал в Симбирске. Мы находимся в музее медицинского колледжа имени Андрея Львовича Поленова Ульяновского государственного университета. Данный музей был основан 28 ноября 1989 года. И в этом году мы отмечаем 30 лет со дня создания этого музея. Этот музей был создан заслуженной учительницей Российской Федерации Шиловой Евгенией Георгиевной. Она вложила сюда очень много сил, времени, труда, и в результате получилась очень интересная экспозиция. Этот музей работает в течение всего этого времени как рассказ об истории нашего учебного заведения, которым мы очень и очень гордимся. В колледже работают 50 преподавателей высшей квалификации. Многие работают не один десяток лет. В учебном процессе участвуют практикующие врачи разных специальностей, главные и старшие медицинские сестры больниц региона. Вы знаете, у меня вообще как бы это, ну, это кредо или даже не знаю, как сказать, что нужно любить то, что делаешь, и те, для кого делаешь. Поэтому у меня совпадает. Я очень люблю свою профессию, я очень люблю свой колледж. Я говорю, я уже 50 лет здесь при нем. Это мой дом, наверное, первый, а где я сплю, это второй. Потому что я сюда с удовольствием иду всегда, с большим настроением. Студенты всегда меня поднимают. 6 лет назад в медколледже УЛГУ стали готовить сестер милосердия, что стало возвращением медицинской профессии к ее истокам. Медицина мне нравилась с самого детства, потому что моя мама тоже работает в медицине, как и моя тетя, как мой брат, который, кстати, в прошлом году здесь закончил, тоже учился здесь. Мне нравится с самого детства, потому что мама с энтузиазмом рассказывала о своей работе. И еще тогда я сложила цель для себя, что хочу учиться в медицине. Не учиться, а работать. Ну и учиться, соответственно, тоже. И вот в 16-м году, когда закончила 9 классов, я четко решила, что пойду именно в медицинский колледж УЛГУ имени Поленова. Вот, поступила. И вот с сентября 2016 года у меня начался новый этап жизни. Это было трудно сначала, потому что система образования колледжа отличается от школы, вот, но быстро втянулась. И сейчас 3 года обучения пролетели незаметно. То есть сейчас я уже учусь в 4-м курсе. Могу сказать о том, что образование здесь очень интересное, потому что учеба, она не объяснить словами, как здесь интересно. И во многом это зависит от преподавателей, потому что как они преподнесут информацию, то, как они смогут, какой пример приведут по той или иной теме. Наш преподаватель самый лучший. Насколько я не сомневаюсь. Да, и также наряду с сестрой, медицинской сестрой, я получаю образование сестра милосердия. Также 4 года, последний курс. Это образование поможет мне не только помочь человеку физически, но еще и душевно. То есть я развиваю в себе душевное милосердие. В колледже для учебной деятельности есть все. Оборудованы 46 кабинетов для теоретических и практических занятий, 4 лекционных зала, спортивный зал, лыжная база, спортивная площадка для летних видов спорта, актовый зал. Также в колледже работает отделение повышения квалификации средних медицинских работников. Всего за прошлый год на базе Ульяновского государственного университета было аттестовано 1270 человек. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.